Опа! Вот и водяной. А то вы жалуете, что нету водов. Погнали. Погнали. Так, много чего пооткрывал, но ничего еще не покупал. Сейчас будем покупать и тестить. Огонь, наверное, фиолетовый или красный. Я готов с фиолетовым сыграть. Я мабе сейчас даже с фиолетовым сыграю. Все-таки вторую извилину я взял с плеткой. Ну, как бы, я не выиграл с красным. Но суть в том, что мы обещали с плетку сыграть. А, кстати, я выяснил, что нельзя блокировать больше 20 предметов. Вам нужно минимум 20 предметов в игре оставлять, иначе минус эти, минус ачивки. Поэтому как минимум 20 предметов должно быть. Так, ну окей, фиолетовое. Поехали тогда через фиолетовое. Го. Так. Чего бы начать? Плетка у этого Вальмонта плюс лук. Тупо чихнул. Блин, слабая. Ладно, поехали. Погнали. Сейчас, секунду. Строго без стильта. Я ж не на стриме. Хочу попробовать сыграть моби через ножи. Я ни разу через ножи не играл. Именно по-серьезному. А ножи работают с той штукой, короче, с этим, как его, с шипастыми наконечниками. Там написано стрелы. А, чел, не надо. Получи свое. О, сильный игрок, сильного игрока, видно издалека. Вроде не на потоке. Опозоримся anyway. Так, ну ладно, возьму вместо лука мака. О, светочек. Блять, ты чё, гандон? Ах ты сука. Что же я делаю? Твою мать. Блять, меня даун бесит. Так, 7 киллов. Найс, найс. Вот с позором. Да как оф с позором, только вот с позором. Шуй. Как бы еще и коцанный. Тоже прикольно, весело. О, это что у тебя? Топор рыцаря. Это его демка. Не уверен, что она годная. Лучше разбить, мне нужны деньги. Мне вспышка вообще не понадобится. По большому счету. Бэм. Заморозку на всякий взять вместо трубочки пока. Как бы, чтобы попроще проклятие снять. Блять, сучара. Блять,
Так, возьму на самом деле, почему нет? Так, идем ядовитый источник канавы, сейчас идем по дефолтному самому легчайшему пути, потому что я хочу ран наконец-то сделать на десницу. Это какой-то пиздец. Попытки усложнить себе жизнь, нахуя? Усложнять себе будем жизнь, когда я не смогу никак десницу убить, когда я вынужден буду как-то дальше тренироваться. Пока я могу убить десницу, я уверен, что могу пройти сейчас. Зачем я себе пытаюсь усложнить життя? Чё ты доебался? Да чё ты хочешь от меня? Чё ты от меня хочешь, блядь? Чё доебался? На нахуй, отшлёпан. Бам-бам. Бам. Тупо бам. Так, давайте новые рецепты открывать. О, кстати, подождите, я же могу... А, я забрал уже скин. Тут, видите, нету скина, я его забрал. Кстати, мне за скин, который здесь лежал, за 10 тысяч, мне накинули 50 проклятий, прикиньте. Окей, я-то могу фри забрать. Чем мне 3 тысячи платить? О, тоже 50? What? Серьезно? 50 проклятий даже за это? Ха. Ну, окей, мотивация не получать дэмэдж. А чё, тоже нормально. 50 это немного, как бы, учитывая, что, ну... Ну, если ты как бы батя этой игры. Я же батя этой игры уже, правильно? Как вы думаете? Вы как считаете? Ну, еще НГС, это мне? Ну, 60, 50, какая разница? На нахуй. Сюда, блядь. Так, давайте пока почекаем. Я через ножи думаю мобе сыграть. В начале игры они какие-то совсем слабые. Тем более, когда у тебя нету колючих наконечников. Но колючие наконечники я могу прокачать сейчас. Мы взять другую. А, почти такая же. Кстати, змеиные клыки фиолетовые, может быть, на самом деле. Точно же. О, такая, блядь, есть. Дорого. 60 проклятий. Ну и чё, блядь. Разве это сложно? Погодите, разве это сложно? Я могу еще там забрать вот эту вот штуку, у меня будет 110 проклятий. Прикиньте! Вы ебало представили человека, у которого 110 проклятий? Называется «Доброго времени бытия». Да-да-да-да-да-да я! Кстати, 25 килов я не открыл, походу. Бля. Вау. Вот с позором. Оф с позором, да, он только вот с позором. Good one, good one. Ну ничего, не тильтуем, сейчас все будет хорошо. Кстати, вы знаете, тут скрытая хуйня, я ее открывал уже. Вот здесь слева. Опа. Только туда нельзя идти, у меня проклятие. Я сейчас упаду в яд. Че, давайте тестить что-нибудь новенькое. А, катану пока не тестим. Хотел катану потестить, нашел какую-то катану Хатори. Не уверен, что хорошая тема. Тут нужно удерживать, чтобы пронестись. То есть я себя не контролирую или что? Так, разряд молнии потестить, бумеранг потестить. Надо что-то потестить. Не знаю, что. Давайте скин докачаем, что-то потестим. Ой. Я все проебал? Стоп. Блять. Потестил. Ладно. Сплетка аниме нормально тут будет на этом уровне, но просто на дауничах. Дауничах. И надо по-любому грейдить, мне нужен урон сейчас. Вот такое. Рафлан такое. Мобета заградить мне. Пригодился бы дэмэдж. Что прокачать вообще? Надо сразу прокачиваться на этот, как его. На дальний бой. Пока безмятежность возьмем, по идее. Оно хоть работает, надеюсь, с плеткой. Я не уверен. Если поблизости нет врагов, поблизости что такое поблизости? Хуй его знает. Так, ну, бутылку надо разбивать. Как бы у меня 60. Только ни с кого нельзя рецепт выбивать, пока у меня 60 проклятий. Потом будем выбивать рецепт, когда я собью проклятие.
Так, ну чё, погнали. Дополнительная мотивация 60 килов сделать, чтоб без хуйни. Изи, вот, просто идешь аккуратно и заморозку кидаешь. Как я могу проебаться, если кидаю заморозку? Я же, по сути, не могу проебаться. Заморозка, ну, почти что имба. Или имба. Просто аккуратненько замораживаем. Все. Он умер. Главное в кислоту тут не упасть случайно. Тут бывает такое. Тут мой бичел появится. Вроде нет никого. Это было изи. Если заморозка ваншотает крест, потому что у меня фиолетовая прокачана. А, интересно. Он меня почти ударил. Ой, блядь, вот это было немного непонятно, куда он ее кидает. Блядь, тварь ебаная. Давайте сейчас аккуратно. С этим уёбком надо разобраться. С его другом, блядь, братишкой. Нас они тут притаились. О, прикольно. 30 есть. Эй, не понял, что он меня тут видит? Меня ж тут не видно, блядь. Тут разве проход есть? Нету. Вот и все. Бля, там элитка. А, ну элитка слабая вроде. Надеюсь, он без этого, без АОЕ дэмэджа. А то элитки с АОЕ дэмэджем — это то, что убивает, когда у тебя проклятие. Стоп, как туда пройти? What? А, все. Немножко непонятно. Окей, изи. 22 всего лишь, блин, как же изи играть с проклятием? Вообще хуйня на самом деле. Это немножко было напряжно. Интересно, есть ли в игре какой-то гир, знаете, чтобы бонус получать какой-то, когда ты проклят? Мы вообще с проклятием выгоднее играть. Большинство времени. Бля, этот уёбок до сих пор руну требует. Обойдешься. Обойдешься, чил. Так, давайте проклятый сундук, это у меня мало фиолетовых. Фиолетовых всего 4. Пока игра не особо-то идет, мне тоник не нужен. Тихо. Это куда меня ведет? Хочу ли я знать? Я могу почекать. К ловушкам. Бля, нахуй этот риск прямо сейчас. Сейчас обернусь. Еще 14 киллов. Спокуха. Спокуха. Не совсем понимаю. Окей. Okay.
Ну, без меча этих птичек сложно убивать, когда они прямо под тобой. Они еще не ваншотаются. Да сдохни, и все. Спокуха. Бля, это птичка, которая... А, как я ее ваншотну? На крысу бить, наверное, и все. Ну, и нормально. Бля, на свитке не везет. Что за параша? Без дэмэджа играем, без дэмэджа гейминг. По свиткам что-то пока супер хуёвый ран. Оно обычно балансируется под конец. Но пока прям хуёво. А, кстати, с него можно было рецепт выбить. Попробовать. Ой. Хотя похуй, оно не коцает, если ты немножко накоцал. Ну, если ты немножко там провел времени. Там полсекунды, типа. Кажется, что-то типа такого. Так, давайте заберем этот прикол. Я готов. Шоп! Оп! Это еще что, блядь? Они слишком быстрые, я не привык. Я обычно с мячом играю. Тут уже не важно то, что я наклацался, но просто непривычно, да. Фласку придется проебать. Что внизу? 4 фиолетовых всего лишь, что за мусор? Да потому что у меня амулет фиолетовый, лол. Nice ruffle. Оп! Бам! А, скин? Костюм Донателло. Хуйня полная, но... Окей. Наконец-то дэмэдж. Упси. Упси. Надо было сразу это сделать. Впрочем, неважно. Бля, я там не закончил. На самом деле, это скорость света охуенная штука для левелинга, чтобы не дамажиться. Я ее что-то редко использую, если честно. Она прям хорошая. Улучшенная заморозка, судя по всему. Да, она такая же. Удар холодом 1+, удар холодом 3. Ой, прикольно вышло. Класс купить. Уже пора. Видно. Лампу. Лёдка слабая.
пока, конечно. Нихуя особо нет. Оружия нет. Статов нет. Сейчас бы открывать двери, конечно, за деньги. Я вам кто? Дау? Блять, nice damage. Спокуха. Тихо. Спокуха. Должен свиток еще один быть, уровень большой. Коснулся. Не было выбора, иначе бы меня эта хуйня взорвала. Блять, еще я должен. Как ты туда докидываешь, баскетболист ебаный? И как? Да, свиток, как я и ожидал. А наконечники действуют на двойной арбалет? Бля, кто шарит? Надо будет проверить, только не хочу покупать. Сверху я еще не был. Все продается, дружок, все. Это в тюрьму проход? Да, не туда. Как можно больше прокачаться, как можно проще поиграть. Ёбнуть десницу. Я даже не пытаюсь его ёбнуть. Я даже еще ни разу не дрался с десницей на двух клетках. Чё за пиздец? Везет на свитке, мало свитков, лол. Эй, потом повезет. Какие-то нужны испытания, порталы испытаний, что такое. Так, ну в целом я нормально уровень сыграл. Я вообще ничего не проебал. Кроме фласки. В скобочках хуёво сыграл. Не, ну 60 получил. Уже неплохо. Уже могло быть хуже, да. Бля, тут одно говно. Давайте арбалет тестить. Еще вместо скорости света, вместо гранаты. Мне интересно, работает ли оно с наконечниками. Насколько оно может ебашить, если у тебя оружие дальнего боя плюс арбалет. Можно ли десницу убить чисто вот ловушкой плюс каким-то там... Ну, ловушкой плюс ножом закидать. И дождь его атаки. И все. Дробилка. Замедляет, а затем безжалостно уничтожает врагов, попавших в поле поражения. Так, оглушающую гранату, думаю, протестить. Правда, это живучесть, хуй знает. Пока не будем. Давайте вот этого посмотрим. Серп пугало, что это? Хочу знать. Что я еще хочу проверить?
Танец с ножами. Не, это... А, хотя это фиолетовая тоже. Аура терзания. Наносит урон врагам поблизости. Ха. Фиолетовая красная. Вот, по идее, я не хочу быть поблизости. Это сейчас тестить не будем. Монтировка-то красная, тестить не будем. Катану тестить не будем. Разряд молнии и бумеранг потестить бы. Бля, ну я же не могу одновременно все тестить. Серп пугало. Как вообще им работать? А, стоп, погодите. Это такая тема? Даже не знаю. 205 урона? Даже не знаю. Мне не нравится вроде. Я не уверен, мне не нравится. Но я не уверен. Ну блин, это надо в бою быть постоянно, да? Или нихуя. Типа я могу отходить, она будет ебашить. Я не уверен. Окей, потащу, еще что-нибудь возьмем. Разряд молнии, что она делает? А, удержит до нанесения критов. Интересно. Так, ну давайте посмотрим. Кстати, я тестил... Сейчас скажу. Так, давайте что-нибудь докинем. Скин какой-то еще поищу. Сколки льда? Не уверен, как это должно работать. Возмездие. Костюм камикадзе. Мне важно, чтобы он был без цвета. Он же и так фиолетовый. Как оно работает, интересно. Колючие наконечники пока не брать, у меня ничего такого нету. Чеснок. При кувырке за вами остаются 3 штуки колючек, которые носят 101 урона и замедляют врагов. А, о, акро-рюкзак не работает с заморозкой почему-то. Атака оружия дальнего боя после кувырка с оружием дальнего боя в рюкзаке выстреливает снарядом. Я пробовал, заморозка не работает, кстати. Это печально. Как чеснок работает? На боссах, по идее, неплохая тема. Зачем мне это... Некромантию пока возьму, наверное, скорее всего. Так, а ну. Ага, понял. Алло, я себя... А, это в натуре как ситхи? Это как у ситхов? Вау. Прикольно, это как оружие ситхов. Так понял, когда я вижу красный цвет, надо отпускать. Сразу же. То есть жгу до красного. Проклятием будет сложно этим оружием управлять. А я могу... Я станю врага, когда я его так ебашу? Работает ли это на боссов хоть как-то? Блин, много вопросов. И хули не взял колючие наконечники, кстати. Я же хотел проверить, работает ли оно на... Бля, ну это хуй. Кстати, вместо плетки основное оружие нашел. Пока с ним надо поиграть. Я только за. Блять, мне их надо заморозить. Идеально. А ну. Вообще прикольно. Ого, нормально.
Тихо, тихо, сынок. Вот портал. О, найс, плюс свиток. Только я пока не готов зайти в него. Так, вон там уёбок, которого лучше по-быстрому убить. А я хочу потестить оружие. Я не знаю, смогу ли его быстро убить. Мне его надо заморозить. Я пока не готов тестить там на нем оружие свое. Окей, я пошел, пока схожу за испытанием. Опачки! Не, кстати, серпы пугало, на самом деле, моби на боссе, оно прям заебатое. Йо, ничего себе, так можно, ради свитка бутылки не жалко. Лоу. Ну, немножко сложновато вот здесь было. Без, ну, с проклятием такое явно не проходится. С проклятием вообще никак. Еще роплите. Работает оно. Я не уверен, что оно неплохо работает. Я не уверен пока. Оно крабачел. Хотя, maybe. Пока не, ну, сложно понять. Бля. Айсман успел. То есть ДПС не очень понятен. Они успевают кастовать. Мне это не нравится. Дэмэдж вроде прям положительный, скажем так. Ощутимый. Но оно их не станет. Не, ну в воде понятно. В воде там дохуя дэмэджа, потому что ну, повышенная наносит затока. Хм, интересно. В ближнем бою, конечно, попробую это поюзающе. Бля, вообще мне нравится. А, оно не станет вообще никак. Бля, я сейчас 60 не сделал, оно не станет. Я не знаю, как его правильно, бля. Это не может быть твое единственное оружие, короче, оно не станет вообще. В этом проблема. Но вообще не станет. Оно может быть как основное оружие, но тебе нужно еще какой-то рейндж для него. Что-нибудь, чтобы... Ну, не знаю, в общем, сложно пока определиться. Так, мне на 60 киллов. Пора бы начинать набивать их. А не тестить. 311. Блять. Ого, фликер страйк. Опасно, чел. Не, мне молнии что-то не нравится. Не. А-а-а.
протестил молнии. Блять, молнии не понравились. Хуй знает, как с ними правильно работать. Не, молнии не понравились. Серпы пугало не уверен. Ну, бля, ну эти тесты ебаные. Вместо того, чтобы дойти до босса, я просто тестами занимаюсь. Да пошло на нахуй все. Так. Молнии нет. Хочу лет оба лука. Бля, ну пусть будут. Хуй знает. Что я могу еще убрать? Склянка мне не нужна, сейчас через фиолетовое играю, правильно? А вдруг у меня будет фиолетовое что-то на ближний бой, anyway. Хотя склянка хуёво работает, если через фиолетовое. Надо ее отрубить пока что. Я же заранее решил, что я играю через фиолетовое, правильно? Надо какие-то подрубать useless эти темы, все равно их никогда не буду использовать, правильно? Вообще уже ни на что не влияет, он просто занимает место. Или пусть все висят, какая разница. Опять же, ни на что не влияет. Так. Тут минимум нужно 20. Смотрите, вот у меня сейчас раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один. Если я отрублю, допустим, вот два, теперь смотрите, я выхожу, вон. Следующая модификация отключит достижение. Разблокировано менее 20 предметов. Во. Поэтому нужно 20 предметов в игре иметь. Ну, я могу что-то еще забанить. Вопрос, что я хочу еще забанить. Если мы играем через фиолетовое, что тут можно еще реально забанить? Вообще замораживающая граната не понадобится. Окей. Все, погнали. Погнали! Не, замораживающую гранату можно было оставить для кача, для левелинга. Короче, let's go. Бля, меч красный вон есть. Со звездочкой. Там еще и щит со звездочкой. Бля, мави через красное. Ага. Через фиолетовое я хочу попробовать. По-нормальному, блин, а не так как сейчас. Ну тесты, вы понимаете, тесты, вот почему не тестишь, потому что ты тестишь, а в итоге говна ешь. Прикольно потестил. Кстати, откуда ледяная граната, если я забанил? Wait a minute. А? А, я нажал продолжить? Ай, ладно, похуй, наверное. Или не похуй. Должно быть. Так у меня сейчас денег не будет. У меня не будет 2000 стартовых. Ну похуй, я ж просто разобью. 50 проклятий получу. А, нет, деньги есть. Тем более. Лол. Найс. Красный. Какие оружия там есть? Бля, фиолетовая плетка есть. Ну давайте с красным амулетом начнем. Поменяем на фиолетовый, как только так сразу. Ну, фиолетовая плетка сразу есть. Так что, let's go. Бать, сколько их там? Там три мага было или сколько? Ну,
как? Какие классные начала у меня, просто бездарность бытия. Сильно катаю. Серпы пугало вроде неплохо, но не так уж и хорошо, как я думал. Пока нормально. О, ура. Первый фиолетовый, блядь. Класс. Просто без амулета катаем, поэтому сложнее еще немножко. Не, серпы пугало мне нравятся вроде. Вроде. Бля, они по очереди стреляют. Вообще не весело. Да ты, блядь, педрильник. Давайте уже выкину. О, свиток же был. By the way! Сюда. Пятьдесят проклятий. С него можно что-то выбить. Но его улучшать пока не хочу на проклятиях. Плохая идея. Все продается, дружок. Все. Серпы пугало 3. Вообще прикольно взять бы их, но не будем, конечно. Вообще, в начале игры ничего покупать неохота. Я не знаю, что я искал. Я бы, наверное, ничего не купил. Комната ожидания фиолетового амулета. Бля, плетку мне наносит. Урон бонусный, когда у меня 50 хп. Ну, когда у меня фулл хп, то есть 50% бонусного урона. А я не на фулл хп, я на дауничах. Я на папазоглиусах. А, все, мы закончили. Чооооп! Так, сейчас пройду ядовитые каналы. Надеюсь, ну, без хуйни. И сделаю перерыв небольшой. Позанимаюсь физкультурой. Бэм! Сюда, моё. Изи. А, фиолетовая, плиз, сука! Скорость света, блин, прикольная, кстати, но... Мне бы скорость света сейчас пригодилась на том уровне. Вот прямо сейчас. Вместо серпов. By the way. Чоп! Так, подождите, я ж могу оставлять души. Надо, кстати, проверить, сохраняются ли души, если я их не потрачу. Давайте проверим. Серенада мне вообще не понравилась. Никогда-то открывать не надо. Громотвода выглядит как хуйня, судя по описанию. Большой боевой филин.
Вроде прикольная тема, только нужно дэмэдж не получать. Крюк. Я знаю, что это. Не уверен, что это годнота. Ауру терзания можно будет потом потестить. Так. Бумеранг сейчас тестануть? Да. Вместо заморозки взять. Потестить бумеранг. Нет. Заморозка сейчас в любом случае нужна, блин. Ну хоть на что-то потратить хочешь, хоть чуть-чуть чего-то. Щупальце. Перенеситесь к врагу, наносите критический удар. Если провести еще одну атаку пока в воздухе. Хуй знает, как оно работает. Maybe неплохо. Давайте 20 клеток, 26 оставлю проверить. Могу ли я их сохранять дальше? Переносить. О! О! Сейчас нормально поиграем. 175, если враг заморожен. Нормально. Так, я хочу сыграть через колючие наконечники плюс безмятежность. Но вообще... комбо было бы неплохо сейчас. Я же буду быстро челика убивать с плеткой. Я не знаю, рейндж безмятежности. Тут не пишется. Нужно прочекать в Википедии этой игры или что. Там же есть на нее инфа какая-то. Какой рейндж у безмятежности? Пока через комбо сыграю. Даже ну, комбо без прокачки все работает нормально. Типа мне нравится. Поехали. Свиток силы на плюс мораль, наверное. Плетка, блин, конечно, ну охуенно работает. Бля, плетка четко. Прям четенько работает, как надо. Она сразу всех бьет. Независимо от того, где они стоят и где ты стоишь. Прям, ну, очень приятная хуйня. В общем, дэмэдж у нее адекватный, более чем. Даже вниз могу плеткой бить, это вообще пиздец. А хороша. Кислота за воду считается, по идее, правильно? То есть там повышенный дэмэдж. Хотя, на самом деле, этот плюс дэмэдж по заморозке, на плетке он не особо-то и нужен. Потому что первый удар там, anyway, ну... Потому что только первый удар работает, плюс дэмэдж. Это для кинжала важно. Всякий случай заприфайрил заморозочку. Там можно падать. Локации такие запутанные, конечно. Тихо. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Один остался, ласточ. Куда? Вниз, вверх. Портала нигде не вижу. Окей. Пошли вниз. Блять, чё. Во что бы то ни стало, держи эту дверь закрытой. А ты где-то как-то видел уже. Ну, одного челика дайте мне. Изи. Так, я могу пойти еще в ту сторону. Сто семьдесят шесть.
слабовато. Это вообще хуйня ваншотает. Бля, посмотри, как плетка исполняет, это вообще пиздец. Плетка, ну, пиздец. Плетка очень сильная. Вот этот свиток. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Кто там притаился, сучара? Так, 60 кило уже есть. Good one. Хотел меня уебать. Паскудник. Сука. Тихо. Спокуха. Тихо, спокуха. Окей, блять, возможно, лучшее оружие в игре. Чешо? Хуй знает, она очень сильная почему-то. Чоп! Кислота есть? Ладно, похуй. Так, нужно потратить эту хрень, которая рецепт убивает. То есть вот так вот, когда бью одного противника, она вроде не сильная. Когда бью толпу, она реально сильная. Но и по боссу я нормально ей ебашил, когда проходил на первой извилине. То есть, я не знаю. Это потому, что я без амулета пока играю, у меня нету амулета. Ну, на фиолетовое. Клыки? Пока не нужны. С отравлением вот было бы заебись. Я тогда помню, у меня была плетка и клыки. Мне нужна плетка на отравление именно. Поэтому клыки нужно в любом случае, на всякий случай взять. Да, клыки надо забирать. Да, это самая лучшая комба. Клыки плюс плетка. Это просто идеальная комба. Это то, как я прошел, собственно, одну извилину. Надо искать такую же. Да? Или... Да. Бля! Не, ну с головешка тоже неплохо, но... Ну, понимаете. Можно и головешку использовать, по идее, плюс плетку. Если плетка будет на огонь. Сто киллов, кстати, это мой рекорд. Чида. Бля, до ближайшего портала далековато. Так. Сюда. И хули. Я платить? Я платить? Вы меня ни с кем не путаете? Там меня точно ни с кем не путают? Чё, сюда проход есть? Сейчас. Заморозка улучшена. Нахуй она мне нужна? Денег много не бывает в этой игре, что я понял. $325, такая же. Ты заебал руну просить? Чё он на меня не нападет уже? Да я ее отпижу. Его отпижу.
Я верну ее, вот увидишь. Когда ты ее вернешь? В чем там прикол с этим чуваком? Я могу его отпиздить когда-нибудь? Какой-то здоровый Халк сидит. Проклятый? Maybe. Жаль. Где проклятые? В этой локации как будто нету проклятых. Бля, я бы арбалет хочу потестить же с наконечниками. Давайте заберу, ладно. Хотя мне скорость света пригодилась бы. Но весьма сильная. Ладно, я успею еще потестить когда-нибудь в следующей жизни. А я сейчас не играю через наконечники. Потому что нож нужен. Какой-то. Хотел еще нож же потестить. Нож, наконечники и вот, ну, и арбалет. Вот там что-то есть. Тихо. Спокухики. Спокулите. Ты погибнешь? Чирикию. You are already педикью. Еще себе ты резвый. Бля, не могу понять, в чем сила плетки. Она вроде не станет тоже особо. Ну, не так сильно дамажит вроде, но она блядь, работает. Ее сила в том, что у тебя есть какой-то ощутимый более-менее дэмэдж, ну, терпимый, но при этом и ДПС есть. Пассивный. И при этом АОЕ. Ой. И рейндж самое главное. Ого. Нахуй. Плюс 175 по заморозке, помните, да? Ваншот. Ой-ой-ой. Пишов ты нахуй. Так, я пошел физкультурой позанимаюсь немножечко. Ай-яй-яй, блядь, больно. Потом идем в тюрьму. В тюрьме сразу проклятый берем, не забываем. Нужен амулет. Нету амулета до сих пор. Чем я, кстати, амулет найду в этом. В конце уровня. Так, фласку, наверное, продаю, правильно? ХП почти полная. Опа. Опа, амулет не фиолетовый, конечно же. О, плетка 505. Намного лучше моей, прям намного лучше. Что там пикает? У меня пикает что-то? Пик-пик-пик-пик-пик. Чё? Пик. 145 душ. Я же хочу их накопить, кузнецу отдать. Я ж не планирую умирать. Какая у меня сейчас лока? Тюрьма, потом тюремная башня. Бля, я не планирую умирать. Надо сейчас аккуратно играть без смертей. Все, пошли с душами. Они накапливаются, как я понял? Они же накапливаются. Бля, я не помню. По-моему, они накапливаются. Сто. Че, делаем S? Надо по-любому что-то как бы переролить, тем более. О, 100 урона, если цель горит. Тогда отказываемся от заморозки, наверное. Печально, но это очень хорошая плетка. Со стрелой. Стрела перед вами и стрела вверх. Это очень хорошая. На отравление, конечно, было бы плетку класс. Ну ладно. Так, нужен этот, как его. Чё берем здесь? Блин, я не знаю, безмятежность работает, нет. Давайте тогда некромантию. Отхил какой-то. Работает безмятежность, не работает, я ебу. Надо будет Вики посмотреть. Так, я немножко АФК.
Ну, вы этого не заметите, потому что я нажму паузу. Вы потом... Ну... Короче, вы не заметите. Так. Поехали. С ума сойти, даже камни здесь заражены. Да ладно. Так, надо подсобраться. После паузы... Аксион моей души есть. Души не пропадают, 125. Я вел себя очень плохо. Вы разгневали лохов. Кинжал ассасина. Я заметил, из проклятых выпадают без цвета всегда, или как? Но вообще они настолько сильные, чтобы менять. Хотя... Надо поиграть с кинжалом ассасина. Не, у меня уже плюс 100% урона, если она горит. Наверное, нет пока. Если я могу уже головешку найти. Сейчас, секунду, гайс. Так, let's go. Надо не отвлекаться. Так, дайте я вспомню, кто здесь на этом уровне. Все, вспомнил. Невидимых тут нет вроде. Вот этот тип есть. Напряжный. Я его заморозить могу. Окей, один килл. Маму я не чувствую. По-моему, я вообще не чувствую. Впрочем, как и обычно. Люблю, когда они в воде. Давайте медленно начнем. Чё, птицу мобил усилить по фану. Блять. Она под защитой. Давайте птицу усилим. Как мне это забрать с нее? Спасибо. На один новый пердеж. Совершенство. Интересно. Сбило мне черепки. Сучара. Надеюсь, оно того стоило. Да, немного... Ребята! Ребята! Блять. Охуеть. Как вниз пройти? Подождите. Чё? Все продается, дружок. Все. Деньги тратить неохота. А, серпугало. Себя нашел, который на огонь. Мне вообще нужно огонь найти. Головешку. Во, плюс 100 урона по цели, если она горит, блин. Мэби взять. Если найду головешку, у меня будет дэмэдж колоссальный. Сначала нужно головешку найти. Я ж не знаю, найду ли я ее. Я не нашел ее. Как мне вниз пройти, блядь?
Крабачел! Тихо. Так не надо делать. Аккуратно. Ты можешь меня поранить. Блять, ну ёбаный гандон! А что происходит? Как это? Не понял, как это он так работает? Они типа принимают волевое решение не замедляться? От чего это зависит? Сучары поганые. Это немного неожиданно. Эти птицы работают. Так, если бы не было бы проклятия, мог бы и откинуться. То есть непонятно, когда они замедляются, когда нет. Мне хватку тратить еще одну. Я. Ой, блядь. Это вообще хуёво, гайс, если что. Давайте сюда оба. Водички так хорошо. Достойно. О! Вкусно. Жадный щит легендарный. Атака сразу после парирования наносит плюс 300. Ну это вроде прикольно. Надо его забрать пока на всякий. Когти выкинуть. А, все, конец уровня, так быстро? Я вахуя. Чего так швидко? Чего так швидко левел закінчився? Сюда пришел прокачаться, а уровень закончился. Good one, good one. Так, давайте без хуйни. Все, накапливаем к боссу эти души, чтобы заапгрейдить кузницу наконец-то. Было бы very nice. Very nice. Носит криты, если вы не получали урона в течение 15 секунд. Красная, кстати. Бля, ну это по идее... Блин, так это вообще классная штука, по идее. Совершенство мне нравится. Это же как раз для меня, guys. Это же для меня оружие. Если я хочу чисто ранить уровни, ну... Это не для боссов, по идее, но в целом это для меня оружие. Оно мне очень нужно. Я бы хотел бы его затестить уже на следующий ран. Если честно. Бля, его открыл случайно, сука. 1513, ебать! Оно мне нравится! Бля, оно мне реально нравится. Пока вместо плетки можно с ним поработать. Я ж не планирую получать дэмэдж. Бля, какой кайф. Что 156? Мне бы щит выкинуть, все-таки плетку оставить. А, так она медленная. Ну, понятно. Попробуем, anyway, попробуем. Плюс 20% урона, не думаю, что есть смысл. А, ну красно-синяя, кстати. Красно-красно-зеленая. А сейчас у него без цвета. Нельзя его улучшать.
Оно красно-зеленое же было, да? Да. Так, что нам на босса надо? Расплату? Вообще, по идее, конечно, хочу пройти босса без дэмэджа. Потестить, что ли, колючки? Да, совершенство это для красных ранов. Или для зеленых. Но зеленое я пока не планирую делать, я ничего такого зеленого не видел хорошего. А мы еще потестим, как оно работает. Ну, оно медленное, блин. Походу это не для меня. А, это не для меня оружие, походу, нихуя. Оно не станет. Там, видимо, не для меня все-таки. Но медленная, блять. Думал, это для меня, думал, оно будет быстрое. Надо мой крестик, это потому что я получил дэмэдж. О, все, пропал. Окей, ну. Не, оно медленное. Я не могу с медленными оружиями играть, оно. Еще враги еле станятся. Щит зря проебал. Не хочу с ним играть. Сори, совершенство. Не понравилось. Казалось бы, для меня оружие, но мне нужно быстрое. Я не могу играть с медленными. Это, блядь, не мое. Зря, конечно, съел кебаб, но ладно. То, что я открыл совершенство, но теперь будет попадаться в пули. Я проебался, что я его открыл. О, контентик. Красный. Мне нужен фиолетовый, лол, вы чё рофлите? До сих пор играю без фиолетового амулета, что мне до конца игры играть так? У меня 6 фиолетовых? Как такое может быть? Я даже не помню, что у меня было настолько мало. У меня обычно в ядовитых канавах уже 7 бывает. Найс рофл. Один из худших ранов, кстати, в моей жизни. При этом дэмэджа хватает каким-то образом. При том, что у меня 6 фиолетовых ссаных. Нужен бетоник. Хочу убить босса без дэмэджа. Можно будет заодно наконец-то проверить шипуны. Шпастые наконечники. Так, кто здесь у нас? О, здорово. Кстати, я бы его не пробил без воды. Ну, вроде как. Конечно, такой дэмэдж нулевой. Дэмэдж реально нулевой какой-то. Все продается, дружок. Все. Можно будет совернуться, отхилиться, если я проебу что-то. Шоу! Нормально. Как он меня накоцал, я не знаю. Как этот чел так умудрился? Уебище. Найс, конечно, я прокачиваюсь. Мне нравится моя прокачка. Даже птиц не могу пробить. Кстати, если бы я играл с красным оружием, с такой прокачкой, я бы уже умер. 6, блядь. Статов. Не могу жирного успеть убить, даже когда он под замедлом. Сейчас. Бля.
не весело. 60 мне походу не видать. Сколько? 177. 335, у меня 461. У меня очень хорошая, кстати, может по заморозке ебашит. Все пугало. Что я ищу вообще? Бля, почему никогда ничего нету, я понять могу. Игра реально странно работает, она типа... Оружие меньше показывает, чем навыков. Или что? Дайте мне свиток фиолетового, я очень прошу, блять! Что там вообще мало всего? Наконец-то. Чем именно возможность вниз падать, там что-то есть? Еле чувствуется. Найс свиток. Какой заберем его. Не знаю, смогу ли еще набить 60 киллов. Не похоже на это. Хотя... Я никогда не знаю, сколько монстров осталось. Для этого, говорят, нужно руну забрать в склепе. 521. No way. Как забрать руну в склепе, если я хочу забрать 3 извилины сначала? Хотя бы. Это как-то уже позорно сидеть на 2 извилинах. От меня это атаки или что, блядь? Ты рофлишь? Сука. А, ну чё, рофлит? Бега. Это я проёбываюсь. Неприятно вообще. Три свитка, good one. Вроде дышим. 9-9-7. Хочу пройти босса без дэмэджа ещё. Его, кстати, хуй достанешь.
не охуевай, плиз. Не тот свиток опять. Сколько у меня уже не тех свитков было? У меня, походу, будет очень много хп в этой игре. У меня уже 3К. Весело. Да, у меня будет реально много хп. У меня будет под 8К, наверное, в итоге. Чешо, такими темпами. Если буду продолжать давать свитки на хп. Я о него и разбился, вы заметили? Кстати, там в конце уровня секрет есть, я не знал раньше. Но его можно достать только с помощью вспышки. Ну, скорости света. Не буду показывать, наверное, скорее всего. Потому что я накоцаюсь. Опа. Тут дякую. О! О! Я думал вернуться уже потратить, ну, эти деньги, чтобы восстановиться. Как же плеткой удобно убивать птичек. Просто кайф. А какие же легкие 60 килов были, но я проебал. Это еще не конец, блин. Как это легко было в итоге. Можно еще туда сходить. Так, ну здесь фиолетовых уже более-менее, плетка уже кое-как коцает. А, все. 44, блин. Обидно. Вот там в конце уровня секрет есть. Но его можно узнать только если запустить, по-моему, эту штуку, да? А, нет, даже так не видно? Стоп. Maybe сейчас его нету, но, короче, он был там. Если полететь скоростью света в конец, там есть этот рецепт на какую-то хуйню. Ну, короче, я видел гомункулом, что оно там есть, поэтому я об этом узнал. Моби сейчас нету. Так, го босса без дэмэджа, приз. Без дэмэджа в скобочках без хуйни. Трачусь вообще. Бля, зря, конечно, купил ту штуку, ну, заранее. Где моя головешка? Загреть его, что ли, потестить? Выстрел оставляет за свой огненный след. 100% урона по цели, если она горит. Ебать. Ебать. Ой! Ой. 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 Ой, я долбоебизи. Ой. 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 Что со мной не так? Проверим, работает ли оно вообще. Блять, ну что ж за даун? Так, по идее, этот босс вообще без дэмэджа очень легко проходится. Давайте. Мне интересно, работают ли колючие наконечники на... Ну, прикиньте, как я только что проебал миллион дэмэджа. Проверяем. Батя, даун, да что со мной не так-то? Как он меня достал? Да, я его никогда не пройду без дэмэджа. Колючие наконечники вроде не работают, да? Если я правильно понял. Ну, колючие наконечники не работают.
А, короче. Дебил, есть дебил. Колючие наконечники на баллисте не работают. Если я правильно понял. Нашли головешку. Поджог нашли. Ну что, давайте брать. Блять, ну я, конечно, тот еще дал. Еще деньги надо проебал. Да. Вот это я силач. Так, что мне надо на босса? Заранее мою перекачаться. Или пока не надо. А ну. Я тебе принес кучу душ. Ну вот, я так всегда мог сделать. Хули я тупил. Но никто не подсказал. Это вы виноваты. Остаться с этими талантами? Бля, таланты вообще ни о чем. Хочу комбо взять. Это 2000, потом еще больше. Вроде оно не работало, правильно? С каждой стрелой. Только на стрелы работает. Чеснок вроде неплохая тема, надо ее еще потестировать немного. Надо сейчас найти какого-то монстра, на нем чеснок потестировать. Но еле коцает, если честно. Вот эти челы тут их раньше не было. Теперь они тут есть. Весело. Ого. Неожиданно. Нежданчик. Там эти челы бомбермены здесь. Это реально опасно. Я ж по-любому захочу проклятый взять, правильно? Я ж не секун. Я лист. Не уверен, что колючек. Колючки, наверное, на боссе неплохо, чтобы босса замедлять. Но в целом по игре такое. Че, я головешку не использую? У меня ж плюс 100 дэмэджа. Надо уничах, да-да, да я надо уничах. Там точно 100 дэмэджа есть? Я постоянно путаю с этим дэмэджем, он как-то странно, блять. Это точно x2? Опа. И как я эту хуйню пробить должен? Бля, а здесь как? Ну я надеюсь, я не знаю. Его я изи-то убью, правильно? Эй ты, да, я себя плохо вел! А, да я! Я себя очень плохо вел. Да тут всегда оружие белое падает. Сейчас бы, кстати, лук пригодился, блядь. Скажу вам честно.
Но головешка тоже нужна. Гайз, кто себя плохо вел? Получи. Это было близко или нет? Там внизу приколюха. Могу ее взять? Так, это уже долбоеба легко убить. А прикол. Ну вот и все. И что тут чувствовать? Бля, он мне мог огнем достать? Это между прочим. Внизу закончим. Не знаю, было ли там что-то достойное моего внимания. Судя по всему, нет. О, там нихуя не было. Никаких свитков, ничего. Меня только свитки интересуют, по сути. Петляет чел. Бам! Вопрос, понравилась ли мне баллиста? Я не уверен. Чоп! Тоник без света. Это увеличивает длительность на 100%? Длительность. Снижаю получить. Подождите. То есть оно действует не 9 секунд, а 18? Но это, maybe, даже плохо. Хотя, maybe, это хорошо. Бля, что-то там тоник жесткий. Сбалансированный клинок легендарный, стоп. А, тут все легендарное. Минуточку. Тут три легендарки. Вы понимаете, что сбалансированный этот клинок, он слишком хорош? И тоник слишком хорош? Бля, тоник вообще охуенный, если честно. Вау. Тоник пизданутый. Сбалансированный клинок 6.
Да он охуенный, блин. Легендарный же. Вау! Тут надо подзадуматься. 1319 всего лишь. Пятая S. Бля, сбалансированный вообще жесткий. Бля, какой же он жесткий. Но тоник! О, ты чё, блядь? Бля! 75% это вообще пизда. Тоник. Так, почти, кстати, 60 киллов. Не проебаться бы. Класс. Да-да-да-да-да-да, я доброго времени бытия. Нельзя сбалансированный, потому что, в принципе, пока что я и так дамажу. Мэби надо было взять. Вопрос, метательный нож работает с этими, с колючками теми? Ну, которая пассивка, которая, типа, должна повышать дэмэдж по КД от количества стрел. Но это ж не стрела. В том-то и дело, это ж не стрела. Это ж не стрела. Ледяной щит, по идее, нужен. Совершенство. Кусок говношенства. Тин-тин-динг-дан-дан-дин. 100 урона по цели, если на горе, и змеиные клыки 6. Чё они такие слабые? Они, кстати, слабые. Поражённые враги будут оттаивать медленнее. Охуенный удар холодом. Но нет. Но нет. Атака сразу после парирования плюс 300. Я беру, наверное. Шоп! О, светулик. Блин, ну 12-то мало. Вообще-то, anyway. Хуятина, блять. Плюс сабик. Ну, по идее, ледяной уже лучше не могу найти, чем тот, который я только что нашел, с плюс 300 после парирования. Хотя плетка бьет, дэмэдж небольшой. Но все равно прикольно. Пам-па-па-бам-бам. 330 головешка. Понятно. Да не. Только если бы там нашел бонус дэмэдж по шоку, тогда в теории можно было бы. Да, хп будет много в этой игре. Без свиток никакой. Бомберменска. Лежать, тварь. Бэм! Ворвался.
головешка. 321. Не знаю, Фил Спукичман. Мне нужны теперь серпы пугала с уроном по горящим. Вот что мне нужно. Это было весело. Вы видели, что я сделал? Круто. Приятно. Ай, бля, иди нахуй. Я уже не стараюсь особо не получить дэмэдж, потому что я уже получил. Сами понимаете. Главное, свитки не пробовать. Пиздец, оно вообще рядом. О. О, портальчик! Сына, порталишься? Да-да-да-да-да-да! Ой-ой-ой! Кстати, как раз тоник поможет пройти ловушки ебучие. Тоник на 75% здорово. Бэм! Амулет дайте фиолетовый. Не, кстати, я всю игру без фиолетового амулета. Как весело! Ай-яй-яй! Прошел. Прошел, да-да, я да прошел, да прошел, да-да-да, я прошел. Так, бессмертные берега мавзолея, нихуя, спасибо. Спасибо, спасибо. На стриме попробовал с Тим Дауном подраться на двух извилинах. Что-то не понравилось. Что-то у меня... Так что, наверное, попридержим. Я же не планирую их проебывать. Головешка. Длительность на 100%, бля, это жестко. Не то. Мне в часовую башню. Я не ищу сложностей. Кстати, без заморозки и без этого блинка тут будет немножко сейчас сложно. Там уёбки, которые... Ну, короче, вот эти, которые горящие. Не знаю, как объяснить, которые шлейф запускают горящий. С ними неприятно будет. Дэмэдж? Чё, дэмэдж? Больше его нету? У меня его и не было, блять. Особо. А теперь его точно нету. Так, колокола я уже делал. Мне подсказали. Как их сделать? Я уже делал, короче. Кто задумывается об этом? Так, это чё, изичный? Я его не боюсь. Странно, что они на этом уровне, вместо кого, интересно. Они явно изичные. Да, они вообще легкие. Дайте фиолетовый. Всю игру без фиолетового амулета. Это эпик. Два красных. Чё, блядь? Что-то новенькое. Два красных.
Класс. Я такой амулет всю жизнь искал и так и не нашел ни разу. Когда мне нужен фиолетовый, то нет, сори. А это не дропал? Лук Харута. Ты вроде не лучник, почему ты лук дропаешь? Тебя не поймешь, чил. Сурово, бля. Бля, дэмэджа не хватает, чтобы челов нормально шотать. Даже маленьких этих писюнов. Ну такое, блин. До 20 бы дойти хотя бы, лол. Остался же после этого один уровень. Ну, не считая босса. Вот с этим я не знаю, как драться, кстати. Без заморозки и без... На нахуй, жри. Как с бомбардиром драться. Это его залупка, которую... А, все. Закончили. С бомбардиром. Обжигает врагов, чьи удар вы парировали. Вроде круто, но у меня головешка есть. Плюс мы опять же не можем знать, что у меня в конце будет. Мы обязаны найду лучшую плетку. 307, бля, она пока что слабая. Я не знаю. Она пока не так круто и выглядит. Все продается, все. Я пошутил, я наебал, бал, бабабал, бал. Че, еще выше могу идти? Я могу влево, вправо. А, светочек. Бэтом огня, откуда? Вау! Как-то я задоджил. Все продается, дружок. Все. 643. Плюс 40 урона пораженным электричеством. Это мое. Это мне. Бог парирования, что ли? Ого, это что я сделал? Бать, головешка нормально бахает. Ты аккуратнее, чел. Бать, еле дошел туда. О! Какой-то веки мне попался двойной свиток на моё. Кстати, почти 60. Надо аккуратно. Я на этом уровне 60 не брал ни разу, по-моему. Ну, когда я с красными играл. А когда с плёткой играю, то беру.
походу плетка реально очень жесткая. Если я с ней сейчас пройду, ну, с первого раза от этого десницу на двух извилинах, то да. То плетка официально супер-мега жесткая. Да, мы читали много раз. Квестовая рума. Ну, лорная, то есть. А, прошел на 60, но все-таки накосался. Мне кажется, сейчас могу десницу с первого раза убить. Я еще ни разу не доходил до десницы на двух извилинах, но мне кажется, блин, плетка ебашит. Во славу плети! Чё? С ними медленно замахиваются. С ними не так сложно работать. Вот и 8 кхп, о которых я говорил, походу это оно. Сколько дэмэджа? 3.50. Да блин, должен, не знаю, если десница не бьет там на пол хп, то должен пиздарить его. Какая же охуенная музыка. Один свиток. Ну, нормально, 20 будет. И хп много при этом. У меня редко столько хп, кстати. Тоник 6. Ну, понятно, что, блядь, у меня тоник супериор. Понял вас. Вон еще есть. Контент не закончен. Блин, у меня тоник долго длится. Как же это будет решать, наверное, жестко. Хотя, долго длится, долго кулдаун идет. Блин, а я жаловался на свитки. Hello. Hello. Все, плеть ебашит, вот эта плеть ебаная. Она походу, ну, самое сильное оружие. Не, ну с ней, короче, начинать сложнее, чем в лейте с ней ебашить. Если вначале нету сильной плети, то немножко сложнее. Хотя. Так, о. Не совсем. Еще надо. Мне нужны эти, короче, серпы пугала на огонь. И все, я буду. I'm good to go. Серпугало на огонь. На заморозку не уверен. Not so sure about this. Даже не смотрю тоники. У меня самый лучший в мире тоник. Вообще, блядь, не чувствую, мне кажется. Воу. Как почувствовать? What? Wait, what? Wait? Так, расплату надо брать. Чида. Неплохой удар холодом. Неплохой арбалет. Плюс 100% урона по цели, если она горит. Ебать. Так, может, все-таки серпы пугала идут в жопу? 175 из заморожен. Но это только один выстрел. Не, ну плюс 100, если она горит, это очень сильно. Разве нет? По-моему, это очень сильно будет. Серп пугала 1 наносит 1448. Правильно? Одна приколюха.
Потом все более мощные криты после каждого. Но здесь 1624 в секунду. Это уже, наверное, сильнее. Оно как раз примерно сверхугла бьет там раз в полторы секунды, maybe. Но это не 1624, это 3200 плюс, потому что по-горящему. По-моему, да. Шоу. Так, ну этого босса я пройду. Вариков. У меня фул фласки, все фул. Все заебись. Ничего даже не перековываем нигде, все вообще заебись. Расплату надо брать, anyway. Так, берем сразу на босса уже. Все, значит, расплата. Бронерюкзак. Ну, как обычно, то, что нас не убивает, еще хп восстанавливает по чуть-чуть. Или все-таки чеснок. Замедляю врагов на 1,5 сек. Да, чеснок, не знаю. Вроде неплохая темка будет. Насколько сильно зарешает 24% ОЗ? На, потестить чеснок на боссах. Фласку разбиваю, лол. Тупо олигарх. Жалко, их нельзя оставлять на next уровень. Немного нечестно. Нормально дамажу. Все. Ничем хорошим это не закончится. Согласен. Походу для десницы ничем хорошим это не закончится. А это что? Какой-то интересный рецепт. Спринтер. И что же это? Вспышка. 1621 в спину дохуя. По хуям. Походу для десницы, гайс, ничем хорошим это не закончится. Вам не кажется? Не знаю, насколько шипы решают. Я так и не понял. Насколько они зарешали в этом бою. Все, прокачал. А то вы все жалуете, что я не могу прокачать кузницу. Бля, ну здесь нужно. Ох-ох-ох. Много. Попробуем вкачивать. Ну, оружие. Так. Ускорение после нескольких убийств подряд теперь действует в 3 раза дольше. А, для левелинга охуенная темка. Возьмем. Этот щит когда-нибудь потестить хочется, но я не знаю, хороший ли он, мне не кажется, что он хороший. Удар будет критическим, если атака успешно парирована. Типа крит этим парированием, щитом, не знаю. Отмеченный враг получает плюс 594 в течение 15 сек. Если враг умирает, метка переходит на других. Отмеченный им враг. А, аутлук неплохо бы потестить. Бумеранг я еще должен потестить. Катану, значит, катану, бумеранг, эту штуку. Монтировка, не знаю, блять, с чем я вообще ее. Еще ауру потестить. Танец с ножами, не знаю. Вокруг вас танцуют ножи, там в ближнем бою только. Насколько сейсмический шок сильный. Это усиление от этого падения на землю. Пополни хп, чешу. Не знаю, зачем. Не, какая винокурня? Не, дайте я возьму третью извилину, плиз. Плиз. Ринч. Так, ну шо? Вы готовы? К третьей извилине, я готов. Мне бы 2 свитка, чтобы было 21. Я, в принципе, я уверен, что должен справляться.
Ну, этих челов я не ваншотаю, конечно. Хотя... Хотя, ну почти. 20 было или 21. Да, этому челу похуй, который снизу. Ну, надо немножко аккуратно просто, и все. Ну, любой тоник полная хуйня. По сравнению с тоником, который не зеленый. То есть на него работает мейнстат. Как я должен был избежать по-быстрому? Шоу! Шоу! Блядь, вот эти челы сильные, кстати, без заморозки с ними сложно немножко. Ну вот, это то, о чем я говорил, блям. Как их без заморозки бить? Да, ну вот плетка сейчас себя хуже проявляет, чем кинжал какой-нибудь. Против таких бойцов. Их нужно ваншотать как-то, не давать им бить. Я не могу их ваншотать. Я их хуй застаню. Вот что мне с ним делать? Чел, пожалуйста. Ебать, меня поддушивают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не все так просто. Вопрос, сколько я фласок проебу. Сейчас будем тоник юзать. Хвала великим силам, он у меня долгий. Ну, тоник сюда. А, мне тоник не нужен, это ж вода. Пермакрит. Бля, я его не могу его пробить. Ебать ты жесткий чел! Успокойся! Просто. Успокойтесь, ребята. Спокуха. Нельзя проебывать больше одной фласки, конечно, в идеале. Вот, вообще не хотелось бы. Еще разведаем. Или идем сразу next. Потом соединим все эти уровни. А, это лорная. Забейте. Хотя мы видим, что новое появилось. Ж две извилины. Не бей. Блять, как с ними драться? Да, для плетки они слишком жирные все. Ай-яй-яй. Для плетки не жирноватая, конечно. Не,
меня не ваншотнут хоть с таким хп? Это весомое заявление. Да ёб твою. Ребят, хилиться на всякий. Ох, это было близко, кстати, к смерти. Разве нет? С этим челом легко будет, по идее. Если я реально близок к смерти. Пора заканчивать с хуйней. Ай, бля. Ждать тоник или я его так отпишу, по идее? Он же не сильный вообще. Вообще нулевой. Какие они жирные, блядь. 4640. Ну да, маловато. У меня плетка была пошла на деснице 6к. Кстати, на минуточку. Если я еле-еле убил десницу с плеткой 6к на одном. На одной зверине. Я уже вообще не уверен, кстати. ХП много всего. Не, ну у меня баллиста сейчас есть. Она должна помочь. Где я нахожусь? Торговец с едой, приз. На, сука. 4583. Давайте поищем. Не знаю, что, но вдруг найдем. 4583. Бля, тут плетки в магазине почти такие же, как моя. Это как бы не внушает мне оптимизма. By the way. Ну да. Я ходил в красную дверь. Какая дверь осталась? Синяя? Ну там еще дверь есть. Ребята, чел просто жесткий. Давай, погибай. Вон синяя дверь бы была. Ну еще один цветок будет, 21 будет, но это мало, лол. А вовремя элитный чел, короче. Элитный чел из рода, блядь, супер долбоебов. Он же вообще ебанутый.
Вы убили 100 элитных врагов. О, наконец-то она фиолетовая. Но минус хп будет, да? 10к. Окей. Ну да, ну ладно. 5335. И будет еще один свиток. К 100. Ты чё, блядь, ебанулся? Бля, по хп проблемы. Мне нужно где-то отхилиться. Это еле спарировал. О, самый сильный, кстати. Я словил его сильный удар, как раз. Почти на весь отхил. Он меня ударил. Насколько? Нахуй иди, блядь. Бануться, блядь. Чуваки, осторожно. Не ломайте ран. Ну, блин, я уже вообще не уверен, что я десницу убью. ХП не максимальная будет. Чё мне там амулет еще дает? При уклонении появляется бомба и минус 75 снарядов. Ну, 75 урона по снарядам. От снарядов, то есть, вроде. Так, здесь еще не было. А, стоп, где я сейчас вообще? Стоп, я взял третий ключ, да? Надо все соединить, всю карту. И мэби еще свиток будет. Нихуя. Мэби будет, не знаю. 100% урона по цели, если она горит. Ну что делаем? Пробуем серпугало. 6 плюс, да? Арбалет у меня 7 плюс плюс. Ну, я не знаю, блин. Но серп и пугало, он не может убить десница, правильно? Все-таки нашел на плюс 100% урона. Ну, окей, пробуем. А карту закончить, я считаю, anyway. На бесвиток есть. Еще один. Только главное не коцаться. Так уже не фул хп далеко. А я могу это хуйню их просто. А, кстати. Вот это, походу, реальные читы, хотя оно слабо бьет. Найс. Только, блядь, рискнул полезть вниз. Там ебанутые играют. Вау. Там просто пизданутые челы играют. Ну там реально челы просто пизданутые наглухо отыгрывают. Ну, кебаб это круто, но я больше проебал, блядь. О, а вон и свиток. Как, правда, его разгибать? Да пошел нахуй.
10880, пойдет. Пойдет. Еда, плиз, еды, еды. Ну, я хочу поесть. Я голоден. Плюс 100, если она горит. 2243, 2814, плюс 100, если она горит, плюс 40 пораженным электричеством. Что, блядь? Вот они. Вот это настоящий серпугало. Плюс 140, нахуй, давай. Ай, вырубай. Ну, тут уже лучше не найти, это самый лучший вообще ever. Серпугало. Это реально уже серп пугало, им реально можно пугать. Такой серп даже десницу напугает. Даже самого десницу короля. Я так считаю. Бам! Пошел вон. С игры, блядь. Как два ключа лунного цветка, блядь, найти? Сложно. Тут я вроде выложу. Есть что-нибудь интересное? О, там есть сундук какой-то, WTF. What the hell? Так, всю карту закончили, кроме этого сегмента. Там магаз есть и сундук, в магазе я был. Вот здесь я не был. Тут у меня сундучок еще один ждет. Ну все, свитки закончились. 22 это мой предел. Такая же пыль, как и была в прошлый раз, 6к. Но то была десница левел 2. Ну, в смысле, левел 1, получается. Это десница на двух извилинах. И по хп не фул далеко. И фласку не хочется пить перед, ну, перед походом. Хочется с тоника начать, ОФК. Надеюсь, у меня не ваншотнет этот придурок. Эх, и понять бы, насколько колючки хороши, мы бы все-таки взять восстановление хп. Колючки, колючки. 941 урона. По-моему, полная хуйня. По-моему, полная хуйня. 941 замедляют. А я не знаю. Я не знаю. Гейсовские. Че, 70 тратим или не? Или мы выживем? Нет, давайте, я ж не знаю, что мы выживем. Даже близко не знаю. Атака сразу после парирования плюс 300, ну не знаю. Вроде неплохо, но было бы лучше, наверное. Я не уверен. Плюс 300. Поискать лучше что-то на заморозку. Ладно, похуй. Хотя деньги еще есть. Короче, я колючки не хочу брать. Стандартная комбинация. Еще давайте перековывать, пока не найдем заморозку, ну, подольше, чтобы, ну, как бы. Хотя. Не, ладно, нормально, тут уже все похуй. Надо идти в бой. Я готов. Давайте, просто погнали. Фласку не пьем. У меня тоник на миллион хп. Дает 100% потерянного здоровья. Увеличивает длительность на 100%. Вы че рофлите? Как вам такой тоник? Фух, так. Let's go.
Let's fucking go. Are you ready for this? Должен убить его. У меня серпы пугало на этот бонус дэмэдж. Они должны сейчас протащить. Не обосраться только бы. Я его убью. Элитки слабые вылезли. Нахуй, я даже не почувствовал, блядь, настолько я сильный. Я даже не прочувствовал этого. Это, я даже, у меня еще три фласки было. Какой, блядь, какой десница? Я даже не смог прочувствовать, кстати. Я даже, сложно было вообще? Это было легче, чем второй раз. Серпы пугало на плюс дэмэдж. Ебануто зашли, походу. Хотя нет, тоник зарешал больше всего, такое ощущение. Позволяет комфортно играть. Я не знаю, ну и плетка, походу, имба. Плетка жесткая тема. Вау. Костюм верного десницы короля. А. Это был скверный или что? Ой, кайф. Ну все. Как чувствовать? Нет никаких секретов на этой локации. Как будто куда-то можно запрыгнуть. Да нельзя наверх. Goodbye. А чё в этого нельзя залезть? Просто не почувствовал, кстати, даже. Ну, без стрима, конечно, в 100 раз легче играется. Без страха и упрека. Во, кстати, давайте так назовем вот. Достижение без страха и упрека. Закончите игру на двух столовых клетках. Какой же я жесткий. Давайте глянем. Удаляет все целебные фонтаны, но оставляет несколько наполнений фляжки. Несколько? А чем отличается? Удаляет все целебные фонтаны, заменяя их одним наполнением фляжки. А, то есть... Теперь даже фляжки не всегда будут появляться. О-о-о. Легендарные бесцветные предметы улучшены. Оу. На трех столовых клетках... Серьезно? Соберите 4 фрагмента свитков, чтобы разблокировать одно очко показателя на выбор. 4 фрагмента свитков. Хуя себе, тут у меня приколы появились. Блин, такое ощущение, что при... чем больше становых клеток, тем легче должно становиться, или чё? Прикольно. Так, ну пора кузницу прокачивать, да? Кайф, бля, какой же кайф. Похоже, что-то поменялось. А где мы эти?
О? Я не забрал мешки. А, лол, я мешки проебал. Good one, good one. Good one, good one. Я мешки поменял, не забрал и все, я их проебал. Это было великолепно. Так, надо что-то убрать. Эта залупа не понравилась. Блять, Фальмонта тоже можно удалить вообще. Она только для левелинга. Ну, как бы напоминаю, нужно 20 предметов. Автор этот арбалет, мне кажется, он лучше, чем разрыватель связок. Пусть он вообще будет в целом. Так, серпугало оставляем. Мне понравился. Хорош. Алёш. Алёш. Так, 4 сейчас. 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. А у меня сейчас ровно 20. Блин, мне надо что-то... Что-то открыть еще, чтобы я мог что-то удалить. Да, надо что-то открыть для начала. Окей. Ну все. Я не почувствовал. Я вообще не смог почувствовать. Без страха и упрека.